В Ненецком округе продолжаются мероприятия в рамках декады инвалидов. Так, в минувшую субботу в региональном отделении Всероссийского общества слепых прошел шашечный турнир. По условиям игры все участники находятся в равных условиях. При необходимости на глаза одевают специальную повязку, чтобы игроки могли на себе прочувствовать, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями по зрению в своей повседневной жизни. Впрочем, даже находясь в условиях ограниченной видимости, они ведут активный образ жизни и занимаются спортом. У нас проводятся всевозможные мероприятия «Помоги себе сам», «Лучше пользоваться мобильным телефоном», играем на шашечные турниры, ходим в бассейн плавательный раз в неделю. Обучаем, значит, вот инвалидов приходится обучать средствами реабилитации, это вот флеш-плеерами разных видов, мобильными телефонами. Часто мобильные телефоны уже озвучены, вот приходится это все обучать. Правая рука Бориса Бажукова – Луиза Павловна Хозяинова. В региональном отделении Всероссийского общества инвалидов она выполняет роль секретаря, бухгалтера, библиотекаря и реабилитолога. Человек потерял зрение. Ему дали инвалидность и все. В МСЭКе посылают к нам. Идите вот Борису Бажукову, кто сразу идет, а кто-то еще не сразу приведут. Вот. А мы должны найти этого человека, чтобы этот человек был не потерян в жизни. Но мы приводим его в чувство, кого, что вот все равно вы должны жить, и можно, есть средства, которые помогают вам. Сегодня региональное отделение Всероссийского общества слепых объединяет более 110 человек с ограниченными возможностями по зрению. В декабре следующего года отделение отметит 80-летний юбилей. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».